Шеф-повар Максим Григорьев. Рыбное суфле с зеленым горошком детское. Нежнейшее рыбное суфле прекрасно подойдет как для детского, так и диетического питания. Это блюдо можно легко превратить в эффектную холодную закуску для взрослых. Запеките суфле в прямоугольной форме, остудите, а затем охладите в холодильнике в течение 4-5 часов. Аккуратно нарежьте острым ножом и украсьте розовым перцем. Время приготовления – 1 час 15 минут. Ингредиенты. Белки куриные 3 штуки. Горошек зеленый замороженный 30 грамм. Камбала 150 грамм. Лосось филе 250 грамм. Сливки 20% 250 миллилитров. Соль морская 1 щепотка. Шаг 1. Для приготовления рыбного суфле нам понадобится филе лосося, филе белой рыбы, камбала, зеленый горошек, куриные белки, сливки и морская соль. Шаг 2. Филе камбалы порезать кубиками и положить в чашу блендера. Добавить куриный белок, сливки, соль по вкусу и перировать до получения однородной массы. Шаг 3. Переложить в миску, добавить размороженный горошек и хорошо перемешать. Шаг 4. Филе лосося также нарезать кубиками и положить в чашу блендера. Добавить куриные белки, сливки, соль по вкусу и перировать до получения однородной массы. Шаг 5. Порционные формочки для запекания смазать растительным маслом. На дно выложить слой мусса из красной рыбы. Шаг 6. В центр выложить мусс из белой рыбы с горошком. Шаг 7. Сверху снова выложить мусс из лосося. Шаг 8. Формочки накрыть фольгой, поставить в форму с горячей водой и запекать в разогретой до 180 с духовки, примерно 75-80 минут. Шаг 9. Остудить 10-15 минут и подавать. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.